В Усть-Майском Улусе проходит плановая вакцинация против сибирской язвы, крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Сколько животных уже привили, расскажет Елена Моисеева. На данный момент единственным эффективным показателем стабильности эпизоотического благополучия и мер по профилактике сибирской язвы является ежегодная вакцинация сельскохозяйственных животных против данного заболевания со 100% охватом животных. Таким образом, в связи с принимаемыми профилактическими мероприятиями, эпизоотическая ситуация в Усть-Майском Улусе стабильная. Сибирская язва вакцинации относится к особо опасным заболеваниям, острым для человека и для животных. Поэтому, чтобы от заноза, вот Республика Саха у нас, от заноза в наш район, мы вот эту прививку ставим. Профилактическая вакцинация проводится один раз в год в осенний период. Поставить прививку испуганному животному – задача не из легких, и стоит отметить слаженную и качественную работу коллектива ветеринарной службы. Привитых животных следует оберегать от переохлаждения и утомительных перегонов. В основном люди не отказываются, вот стараются лошадей поймать, вот зовут нас, мы сразу вот приходим, ставим им вот прививки. Если вот отказывается хозяин, вот они несут ответственность административную. В первую очередь в профилактике болезни должны быть заинтересованы сами владельцы животных. Ветеринарные службы проводят вакцинацию абсолютно бесплатно. Поэтому здесь необходимо говорить об ответственности руководителей хозяйств, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Крестьянские хозяйства сел и наслега Усть-Майского Улуса, такие как Кюбсы, Эжанцы, Петропавловск, охотно принимают участие в данном мероприятии. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.